Всем привет! В прямом эфире сейчас опять канал Russian Life. Сегодня будет супер сплавно на лодках. Короче, мы поплывем по другому маршруту, поплывем от Зинского до Льники. Там посмотрели по картам, там вообще тайга, короче, там жесть просто. Будет много чего интересного. Сейчас вот, блин, опять Кирилл, короче, накосячил, что-то там, короче, не собрался. Мы опаздываем опять на электричку, бежим. Осталось 15 минут, реально, прям 15 минут нам идти километра 2-1,5. Лодка, это жесть вообще. Бежим в гору, короче. Электричка. Через 2 минуты. Вон уже электричка едет. Только прибежали. Товарняк. Товарняк разве? Короче, это жесть какая-то. Нужно было шорты. Я взял с собой на всякий случай. Ой, воды еще накачали. О. Просто жесть. С лодкой бежать в гору, короче. Реально бежали в гору. Этот девчонки, аж, блядь, блестит весь. Прикинь, что электричка не приедет. Я так в эксфит не бегаю, блядь. Да? Кирюха сейчас пробует нести лодочку. Нормально? Да. Пробежись маленько для видео. Сможешь? Нет. Ну, короче, нам идти где-то 1,5 километра. Вот здесь сейчас будем накачивать лодку. Вообще офигенный видок. Кайфовые места. Все, ты готов? Рюкзак. Не, подожди, сейчас давай я залезу сначала. Ой! Чуть камера не улетела. Несение стечало. Так, нужно оттолкнуться, сейчас веревку сужу. Блин, слышишь, ты так сидит. А, точно, я так сидел. Да. Ну все, полетели. А это, видать, только тут перекат маленький, все. Да. А там поспокойнее уже. Блин, вот это кайфы. Вообще ништяк. Наконец-то тут всю зиму мечтали просто выбраться. Наконец-то выбрались, пацаны. О, вот так. Вообще вот реально советую. Вот надо прям раз в год, два раза в год, три раза в год. Сколько можно, столько выбираться. Где айфон? Ах, слышали какой-то шорох. Прям как будто кто-то там тяжелое такое дерево драл. Блин, вот волнуемся, медведь, не медведь. Так-то там тайга вообще. Вон коршун сидит на сухом дереве. Всякий случай взяли. Ну, чтоб медведя пугать там. Петарды с собой. Колонку взяли с музыкой. Будем пытаться... Танцевать. Да, танцевать там с ним, не знаю. Чё мы еще взяли? Нож. Топор. И топор. Ну так себе наборчик, конечно. Вот если бы стартовый пистолет ты бы взял свой, то это было бы нормально. Ну так места тут реально дикие вообще. Как бы по карте вообще вокруг ничего нет. Уже жарко прям становится. Говорил, на карте первый крюк получается. Нормальный такой видок. Вон, кстати, каменное дно. Да? Вон. Вон там можно остановиться и позавтракать. Думали, еще залезть можно на эту гору, посмотреть. Да не, там кусты. Ну вот первый крючок. Причем, что я заметил, на Яне вот все крюки какие-то, ну прям интересные. Такие более-менее. Острые. Ну тут мы будем завтракать сейчас. Неплохое местечко. Привязываться не будем. Да не надо. Он не плывет. Нужно брать чуть-чуть как-то. Фу, какая грязь. Вон, потом поплывем по этой стороне. Сейчас вторую лодку туда перетащим.
по узенькому поплывем. Ну все, вот мы подкрепились, покушали яйца вареные с огурцами, консерву, горбушу. Горбушу вообще отстой, не берите, лучше сайра, короче, прям проверено. Это может фирма такая. Ну может фирма такая, да, вот остановились на таком островке, вообще нормально. Сейчас вот по той протоке поплывем. Но весь мусор сюда с собой взяли. Да, весь мусор забрали в пакетики, все сложили, все как надо. Там вон видели, какая-то машина проезжала, так что не совсем глушу, что тут. Вот сейчас ланч был у нас. Плывем дальше. Ну, места такие неплохие. Вот, проплываем мимо леса. Смотри, лодки деревянные. С карты в Google Map было видно, что вот это вот внутри, вон там, там есть запруда, как озерцо маленькое такое сделано. Видать, его делали сами люди. Потому что вон видно, что камни насыпные. Вон сейчас, куда мы приплываем. То есть все отсыпано. А ты думал, что вообще грунт брали? Да не-не-не, это оползень такой. Да, вон там вот еще. Типа оползень. Вот, видно, что насыпано все это самим. Вручную им. Может, это и есть льнозавод этот? Нет, не убирай. Ага, вон, смотри, колючая проволока. Ну. Нет, глубоко. Да, вот. Кирюх, смотри, выверни. Ну, там проволока. Ну. Вон видно, этот, сетка. Ну. Трубу, видишь, чтобы не осыпалось. Да, то есть сделали сами это все дело. Давай сюда быстрее. С той стороны грибани, чтобы меня раздвинуло. Может, вообще какая-то херня. Ну, какая-то база. Там подстанция. Ну. Ну и вот сети, которые на реке стоят, это походу их. Это нифига сколько труда, прикинь, это все составить. Ну, вон такую запруду сделали сами. Ну, маленькая. Зачем это сделано и что это? Не знаю, пишите в комментариях, кто что думает. Ну, под напряжением, может. Угу. О, вон течение появилось, вон, справа. Плыли уже, наверное, плывем уже час, может, полтора без течения. Вообще на месте стоим, если не гребем. Устали очень вообще. Прям реально. Вот, короче, проплыли уже этот хутор. До водопадов и... Да, там не говорил еще, водопады по Google Maps смотрели. Есть. Ну, маленькие должны, типа, как пороги пройти их. После них будут два острова. И после этих двух островов, еще метров через 800, будет еще... Два нормальных больших острова. На нем мы сделаем привал и там уже пожарим шашлычок. Вот еще встряли тут, короче, прям на середине пути водопад жесткий. Тут, видать, раньше был мост, его повалило. Вон прям видно колонны. Вон они лежат. Да нет, навряд ли. Да, скорее всего, может быть. И из них торчат арматуры всякие. И вот мы боимся лодку пропороть или жопой на арматуру налететь. Как бы, вот, не знаю, сейчас будем думать, как тут проехать, вообще, как пронести лодку. Может, там где-то выйти, в том месте, и протащить там попробовать. Вот, подплыли к водопаду. Тут переправляться решили, что не будем, потому что вон везде арматура торчат, острые. Лодка резиновая, проткнем нафиг. Вон там тоже, как бы, опасны камни всякие. Была бы лодка деревянная, вообще без базара. Вон там, вон тоже видно пороги, там прям жесткие. Вот там прям большие эти... Бетонные блоки, из них арматура торчит. Все это бурлит. То есть не очень приятно. Сейчас вот будем лодку перетаскивать. Вон там я нашел дорожку. По дорожке пройдем. Что вот так вот. Так место, конечно, интересное с водопадом. Сейчас вот возьмем ее вдвоем. Что водопад искусственный. Ну и водопад, к сожалению, искусственный. Скорее всего, здесь раньше был мост. Да, моста точно тут не было. Ну, либо мост, либо они специально завалили это дело, чтобы запруду такую сделать. Типа озеро какого-то получилось, вот. Не знаю, зачем это им. Как бы непонятно.
Стой, стой. Что тут есть, где не будете? Один, стой, прямо, стой, 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 стой. Да стой, дай обломай, если. Один, зачем это? Главное, нам это перевернуть. Да? Да? Подожди, нам нужно полосы на воде. Блок сможешь взять? Стой, 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 стой. Ну да, блоков очень много, арматуры дофига. Вон там вообще бурлит все. Там прям серьезный такой. Надо вон туда плыть, в ту сторону. Ты сюда близко тоже не это, там вон. Ну вон да, всякие вот железяки. Да, железяки. Ну, оплыть можно было, но, блядь. Потихоньку просто не получилось. Так что вот так вот. Сейчас будем искать привал, потому что обедать уже хочется. Проголодались сильно. Будем шашлычки сейчас жарить. Будет офигенно. Вон, кладбище построили. Прям на берегу, блин. Как бы, вот могилы вообще могут смыться просто по весне в реку. Разрешают, я понять не могу. Это же при любом дожде через грунтовые воды все это в речку просачивают. Ну зачем вообще? Ну и так это же построено все. Короче, вот остановились на остановке Льнозавод. Ее прямо отсюда можно увидеть. Кто? Ну здорово, да беги, Кирюха, а? Вон, Кирюха побежал сейчас в магазин. Вот там должен быть магазин по Google картам. Через мост. Течения просто вообще нету. Прям никакого. Кирюха, ну чё там? Должен купить две баночки кока-колы, чипсов и сникерс. А? Тебя не видно. Ну ништяк. Я спрятался прямо под мостом. Вот сижу, жду его. Это даже здесь коровы. Сейчас вот сидел он там под мостом. Кирюха бегал в магазин. Просто Кирюха бежит, короче. С того берега орёт мне: Игорёк, коровы! А я сижу, он думал, он прикалывается. В прошлый раз, когда сплавлялись, тоже коровы просто подали, типа. Я сижу, типа, нифига. Просто посмотрел, короче, налево смотрю, там коровы, а, блин, в лодку прыгают. Короче, жесть вообще. Вон они сейчас купаются. Я предлагаю их оплыть подальше. Так ты гребешь, чтобы... Подплываем, короче, вон, ко второму водопаду. Ну, перекату. Здрасте. А вы не знаете, там проплывем под мостом на лодке? Ну, может, даже вряд ли. Там камни такие. Камни, да? А там искусственные или нет? Что? Ну, там камни навалены, искусственные. Thank you.
сейчас проплыли только что, прям водопад, он реально водопад. Вот там прям пороги были сильные, чуть не перевернулись. Вон, облило всех нас. У меня вообще вон все штаны в этом воде. У меня подспущено спереди было, из-за этого минус. Ну зато камни не страшно, если подспущены. Вообще вон обрызгало. Короче, вообще нормальные пороги, прям прошли отлично. Тихо, я снимаю тоже на видео. Офигеть. Это гуси дикие, походу. Кирюк, давай с другой стороны еще. Греби-греби-гись. Охренеть. Давай. О, дикие гуси. Слушай, они пощипать нас могут так-то. Да? Да. Может, с ними остановимся вот тут, на этом острове? А, давай его зажарим. Давай в натуре, вот сюда, греби туда. Офигеть, парочка. Может, у них брачный период сейчас? Офигеть. Слышь, так-то тут прикольно жить. Считай, он там с водопада сплавился. Прям можно каждый день пороги проходить. Посмотри по геолокации, что это. И мы можем людям сделать скриншот и потом видос ставить, где это. Вместе речь. Ну, в описании все будет. Главное на канал подписаться. Колокольчик поставить, лайки там все дела. И в описании все написано. Вот такой гусь как-то раз. Помнишь, ты рассказывал, передо мной выплыл? Когда я обосрался-то. Когда мы с Диманом плот сделали, сплавлялись по быстрому течению. А? Это дикий? Ну, мне кажется, да. Ну, тогда такой же был. Вот как серый. Ё-моё. Вот приплыли на остров, развели костер, дрова вообще с другого берега таскали, плавали за ними, передавали друг другу. Это пипец. Вон сейчас шашлык будем жарить, он уже готов. Сейчас будем купаться. Здесь вот прям будем купаться. Течение, конечно, быстренькое. Но искупаться надо, вообще так пережарились, вон ноги все обгорели. Вон коленки, голени, вообще жесть, просто в хлам. Руки тоже. Что, нормально? Хватит, да. Пожарить же, да? Надеемся, что хватит пожарить, еще и чаек сделать. Было бы очень неплохо. Вот это здоровенно бы, конечно, да. А, нужно на нее еще облокачивать будем. Вот вторые на подходе. Не вышло. По второй шпажечке сейчас будет. Ну так неплохо сидим. Сейчас чаечек еще с конфетками попьем. Вообще ништяк, как дома, короче. Очень уютненько. Бывало и поуютнее, да? Сидим на острове. Остров просто буквально вот. Его одна часть, вот вторая. То есть он вообще малюсенький. Мы на малюсеньком острове сидим, жарим шашлычок. Шашлычок уже почти готов. О, какой кайфовый. Вообще кайф, да? Давай ворону зажарим, они орут. Ворона вообще бесит. Угли, короче, хватит. И чай заварить. Вон чаечек поставили. Чаечек заварится. А что, Кирюх, проголодался? Я на мясо смотрю, еще больше есть хочу. А у нас помидорки же, да, еще остались? Да, вообще кайф. Сейчас, короче, шашлычок с помидоркой. Вообще можно отлично. Помидорку насадить, кстати, еще. Что сделать? На шампур насадить. Да, какая жареная. Ну, есть, короче, такая версия, что, типа, вот эти запеченные овощи, особенно помидоры, типа, против раковых клеток помогают. Ну, помидоры, да, точно. Да? А про запеченные не знаю. Ну, именно запеченные помидоры. Смотри, как шашлычок так томится на этой льнике прям. Может, на тальнике надо жарить шашлык вообще? Угу. Не, смотрю, прямо... Добывать? Ну да. А тот мы весь пожгли у деда, который... Может, он для этого и это... Не сомневаюсь. Собирал. Блин, ворона, конечно. Островок вообще просто вот малюсенький. Вон там его конец, вон уже буквально 3 метра. Вот. Весь в норах. Да, вот здесь весь в норах, вот тут вот уже тоже река течет. То есть мы посреди реки сидим в таком маленьком оазисе вообще. Малюсеньком. Быстро в эти в щепки в пепел превращаются. Вообще быстро. Надо уже второй жарить заход. Ну это я не еще... Короче, вот мы отужинали, отобедали. Шашлыка по две шпажки съели. Я на острове кепку свою, короче, повесил где-то. Не помню где. Весь остров облазили, обыскали вообще нигде. И не нашел ее до сих пор. Прикинь, потом на видео будет, что ты ее положил куда-нибудь. На видео, которое записывал, ты увидишь свою кепку. Ну, может быть, но это вряд ли.
Короче, это пипец вообще полный. Сейчас будем плыть по течению, смотреть, есть она тут, нет. Может, куда-то увесло ее. Без кепки вообще прям очень, не очень плыть. Солнце в глаза светит жестко. У меня бугатакские сопки такие. Прям гора там нормальная. Кепка, где-то говорят, уже спросили у местных жителей, она поплыла туда дальше, сейчас вот будем ее искать. Надеюсь, найдем. Ну, видок неплохой, конечно. Вообще. Прям кайф. Ну, остановились бы тут, конечно, но кепку надо догнать. Вот сейчас заплываем на второй большой крюк. Уже вечереет, 7 часов вечера. Наверное, не успеваем мы на ту электричку на 8.36. Будем ждать, наверное, на 10, которая электричка ходит. Сейчас, короче, плыли. Просто как заорала корова жестко, прям. Вот так примерно. Капец, мы пересрались. Да, как медведь был. Вообще пипец страшно было. Прям пересрались. Почти преодолели крюк. Осталось до Нихи нам 3 километра, а время уже 17.30. Ну, я думаю, мы за полчаса 3 километра не пройдем. Да нет, так-то можно, в принципе. Ну, течения вообще нет. Было бы течение, как вон там хотя бы, тогда бы мы прошли. Течения нифига нету. Ну, зато более-менее интересно ехать, плыть. Пусть тут такие виды более-менее. До этого-то вообще неинтересные были. Если сейчас Яндекс навигатор открыть, там будет написано, сколько скорости у тебя, сколько скорости ты движешься. А у меня Яндекса нет навигатора, блин. Ну. Ну можно было бы скачать. Ладно уж. Шагаем, шагаем потихоньку. 40 минут осталось. Даже меньше. 30, наверное, где-то до электрички. Моста пока еще не видно на горизонте. Даже километр грибу. Остался еще километрик и все. Просто 2 километра грёб. Просто последний из первого спида, короче, треки. Только прибежали, короче, успели. 3 минуты вообще. Это кроссфит. Короче, мы вышли на остановке Репьёва. Сейчас должен батя Кирилла подъехать и заберет нас на машине. Мы вообще с ветерком доедем до дома. Вот это на лайте. Вот это фарт. Время сейчас 9 вечера. То есть мы чуть встали. За 3 минуты до электрички. Да, за 3 минуты до конца просто успели, все, прыгнули. Ты что, ребята, не ссыте, сплавляйтесь по речкам. Гири, привет. Да, Гири, привет, интересно. И Дивану тоже. Подписывайтесь на канал. Молодым, но матерым мастером щелкать затвором, держать родной двор. Когда-то в ПТУ обучался на повара, но холод дикого города заставил стать вором.